Вот уже на протяжении 10 лет в Красном Кресте помогают малоимущим семьям собрать детей в школу. Их же обеспечивают новогодними подарками. Этот год не стал исключением. 167 наборов собрали, которые мы подарили и принесли детям, которые были из малообеспеченных семей. А подарков мы приготовили 136 подарков, которые тоже раздали, развезли по школам. Причем там у нас Дед Мороз и Снегурочка были и поздравляли детей от всей души и со всей радости. Но основная работа местного отделения Красного Креста в этом году была направлена на помощь жителям Донбасса и поддержку наших солдат, участвующих в спецоперации. Из Котласа в новые российские регионы были отправлены 4 грузовика по 8 тонн гуманитарной помощи. На протяжении уже года приезжали беженцы. Здесь их было уже порядка 40 человек. Каждому из них выдавался продуктовый набор, гигиенический набор. Несколько детей. Они были устроены в школу, выдавались канцелярские наборы, была организована культурная программа, так скажем. Они ходили в музей МВД, катались на Фалине и занимались в городском парке. Помимо сортировки и отправки помощи нуждающимся в Красном Кресте реализуют очень интересные проекты. В их числе школа первой помощи. Мастер-классы проходили в нескольких школах города. Было обучено порядка 540 человек. Плюс меня попутным ветром занесло еще и в Вельск. Там было обучено за один день примерно 60 человек. 17 декабря состоялось заключительное мероприятие, где лучшие ученики с мастер-классов соревновались в игре а-ля «Слабое звено». Выиграла девушка из 91-й школы. Чем понравилось? Доступная и полезная информация. Всем все понятно и интересно. Практикой. Откачивание Германа, наглядные примеры и отличная теория. Я вот считаю, что это основное наше вот такое большое дело, которое мы сделали в 2022 году, не считая вот этих наших акций. И поэтому, конечно же, мне очень приятно, что мы можем поздравить в канун Нового года всех жителей города Котласа, поселка Вычегодский, то есть нашего городского округа Котлас. С новым 2023 годом поздравляем. Всем здоровья крепкого и всяческих благ. Я поздравляю с Новым годом всех горожан, наших котлашан всех, с Новым годом, желаю счастья, здоровья, благополучия и удачи. Счастья, успехов, удачи и главное не унывать, чтобы все были радостные, ведь уныние не приносит счастья. С Новым годом вас!